Мы подтвердили нашу непоколебимую поддержку Украине. Также мы обсуждали конкретные пути, как продемонстрировать нашу солидарность в ближайшие месяцы. И этим утром мы решили далее увеличить возможности импорта из Украины до 850 мегаватт вместо 700 мегаватт сейчас. Это всего лишь один шаг, но это точно прогресс. Также я проинформировала министра о плане по доставке солнечных панелей в Украину, чтобы гарантировать, что у больниц и другой гражданской инфраструктуры есть электричество, если даже России удастся временно уничтожить сети. И я также высказала свою озабоченность ситуацией вокруг Запорожской атомной станции. Россия продолжает демонстрировать неуважение к международным конвенциям по ядерной безопасности.